Представляем видеоролик номер 4 курса золочения, выпущенного компанией Ринальдин. Полный курс состоит из 11 видеороликов и вводного видеосюжета. В этом видеоролике поговорим о фольге из сусального золота и натурального серебра. Листы сусального золота получены в результате традиционного процесса утончения металла. Листы имеют размер 8 на 8 см, соединенные в книжечке по 25 листов. Чистота золота выражается в каратах. Если золото чистое на 100%, оно имеет 24 карата. Листы сусального золота имеют обычно 22 карата. Натуральное серебро не столь податливо, как золото, и, следовательно, невозможно получить лист такой же толщины, как сусальное золото. Листы натурального серебра имеют размер 9,5 на 9,5 см и собраны в книжечке по 25 листов. Серебро, в отличие от золота, окисляется. Листы натурального серебра должны храниться в закрытом месте. После нанесения должны быть защищены лаком. После нанесения болюса можно приступить к нанесению фольги. Для нанесения фольги на болюс необходимо, чтобы болюс был увлажнен. Для этого используется особая жидкость, называемая гуашью. Для получения так называемой гуаши используем тот же клей, который мы приготовили для нанесения болонского гипса, и добавим обычную воду в пропорции 100 грамм воды на 10 граммов клея. В состав можно добавить больше клея, если будут использоваться листы фольги большей толщины, как, например, листы натурального серебра. Добавлю, кроме того, несколько капель спирта, для того, чтобы болюс не покрылся каплями воды. Во время работы гуашь нужно держать теплой на водяной бане. Перед нанесением гуаши советуем наклонить раму, чтобы гуашь не наплывала на уже приклеенные листы фольги. Гуашь наносится кистью непосредственно перед наложением фольги. Гуашь сразу же впитывается лифкасом и болюсом, и поэтому наносится щедро, с избытком. В противном случае фольга не приклеится. Для этой операции советуем использовать кисть из волоса скунса. Представляем кисти из волоса скунса, предлагаемые компанией Ринальдин для смачивания болюса. Для нанесения золотой фольги нам потребуется подушечка и нож позолотчика. На подушечке позолотчика располагаются листы фольги. Она состоит из дощечки 15 на 25 см, наполнена ватой и покрыта кожей. Она может иметь или не иметь защитный экран из пергамента. Советуем использовать экран в помещениях, где есть сквозняки, которые могут унести золотую фольгу. На обратной стороне подушечки есть ремень, который позволяет держать ее во время работы, как палитру художника. Для левши есть другая система для удерживания подушечки, как вы можете видеть здесь. Нож позолотчика служит для разрезания листов сусального золота на подушечке. Нож должен быть достаточно острым, чтобы разрезать фольгу, но не слишком, чтобы не резать подушечку. Нужно быть внимательным, чтобы не трогать лезвие ножа руками. Жирные следы от пальцев могут притянуть фольгу во время разрезания. Компания Ринальдин поставляет следующую подушечку и ножи. Приподнять золотую фольгу и наложить ее на раму проще при помощи большой беличьей кисти – лампензель, называемой также лапка. Это плоская кисть из волоса белки. Компания Ринальдин поставляет лапки трех различных размеров. Более легкая система для начинающих такова. Сначала накладываем фольгу на подушечку.
Затем разрезаем фольгу ножом под размер, который нам необходим. Для того, чтобы можно было приподнять лист золота, лапка должна быть слегка жирной. Необходимо нанести небольшое количество крема на тыльную сторону руки и провести сверху лапкой. Прежде чем нанести фольгу на раму, нужно смочить гуашью зону под позолоту. Приближаем лапку к листу золота таким образом, чтобы лист выходил за лапку на 1 см. Получается, что лист золота притягивается жирностью лапки и остается приклеенным. Прикладываем лист на место, смоченное смесью клея и воды, гуашью. Смачиваем еще раз гуашью, чтобы приложить другой лист. Затем опускаю лист на раму, перекрывая слегка предыдущий лист фольги. Очень интересно наблюдать, как профессиональные позолотчики производят операцию по разрезанию и нанесению фольги на раму. Посмотрим некоторые примеры. Другой пример. Еще один пример. Если фольга будет наноситься без разрезов, нет необходимости накладывать ее на подушечку. Она может быть переложена прямо из книжечки на раму, как вы можете видеть в этом видеоролике. Вы можете заметить, как позолотчик разрезает фольгу специальным лезвием, надетым на мизинец. Только через час после нанесения фольги можно переходить к расчистке, то есть к операции, когда удаляются все фрагменты фольги, которые наложились один на другой и которые не приклеились к раме. Производим расчистку, осторожно протирая раму очень мягкой кистью или куском ткани или бархата. Представляем вам кисти для расчистки, поставляемые компанией Ринальдин. Это очень мягкие кисти из волоса скунса, обрезанные наискось. Они могут служить для удаления возможных пузырей воздуха, образовавшихся под фольгой. После расчистки могут проявиться части, оставшиеся недозолоченными, и нужно, следовательно, перейти к дозолочению. Смачиваем снова гуашью, то есть смесью клея и воды, болюс, оставшийся недозолоченным, и наносим фрагмент фольги с помощью кисти для дозолочения.
Это очень маленькая кисть из волоса белки. Для дозолочения и нанесения фрагментов фольги компания Ринальдин поставляет следующие кисти. В конце вы можете собрать все оставшиеся фрагменты фольги. Они могут пригодиться в некоторых особых случаях золочения. Полировка фольги осуществляется специальным инструментом с наконечником из агата – зубком. Существует большая разновидность форм и размеров зубков в соответствии с профилем рамы или объектом, который нужно отполировать. Наконечник зубка сделан из агата. Инструменты из агата являются хрупкими и легко ломаются при падении. Полирование осуществляется через несколько часов после нанесения фольги. Зубком нужно проводить по раме несколько раз, вплоть до достижения желаемого блеска. Советуем начинать полирование с легким нажимом, постепенно увеличивая нажим. Для уменьшения сцепления зубка с фольгой перед полированием можно нанести легкий слой воска, который должен быть впоследствии удален. Представленные здесь зубки поставляются компанией Ринальдин. Вы найдете все материалы для золочения на сайте www.rinaldin.com.